индикаторы паттернов для MetaTrader 4, индикаторы двойных и тройных вершин и оснований для бинарных опционов являются техническими в буквальном смысле. Они отмечают на графике места, где формируются такие паттерны и дают сигналы, которые показывают, когда стоит войти в сделку. Работа с такими индикаторами делает очень удобным торговлю по паттернам на бинарных опционах. Скачать индикатор Price Patterns и его настроенный шаблон можно с нашего сайта по ссылке в описании к этому видео. Устанавливается он в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто еще не знает, как это делать, можно прочитать на сайте статью или посмотреть обучающее видео на нашем канале. Все ссылки в описании. После добавления индикаторов на график нужно поменять параметр Breakout период в настройках со значения 2 на значение 1, чтобы сигналы не запаздывали. Также, если вы хотите получать звуковые сигналы при формировании фигур, то поменяйте параметр Display Alerts и Sound Alerts на True в обеих индикаторах. Работать с индикаторами двойных, тройных вершин и основаниями можно как по основному тренду, так и против него. Поэтому не лишними будут знания о тренде, как его определять и применять в торговле бинарными опционами. Эти знания вы можете получить на нашем сайте в разделе «Обучение». Ссылки на статьи ищите в описании под этим видео. Прежде чем описывать правила для входа в сделку, давайте посмотрим, как визуально выглядят двойные и тройные вершины и основания. Вот вариант медвежьего сценария, когда формируется двойная вершина. А это уже бычий сценарий при формировании двойного дна. А так выглядят тройные вершины и основания. Отличие между ними лишь в количестве экстремумов. Чаще всего данные фигуры формируются при развороте основного тренда, но также они могут появляться и в коррекционных движениях по тренду и против тренда. В правилах торговли стандартными сигналами для входа в позицию считаются пробои уровней, на которых сформировались паттерны. Но так как у нас есть индикатор, который выдает сигналы, мы будем действовать намного раньше. Итак, для открытия опциона Call нам нужно, чтобы первое. Сформировалась фигура двойного или тройного основания и появился сигнал на покупку, зеленая стрелочка. Второе. Дождаться закрытия сигнальной свечи. Для открытия опциона Put нам нужно, чтобы первое. Сформировалась фигура двойной или тройной вершины и появился сигнал на продажу, красная стрелочка. Второе. Дождаться закрытия сигнальной свечи. Давайте попробуем поторговать с помощью этого индикатора на платформе Pocket Option. Таймфрейм 1 минута, экспирация 1 свеча. Заключение. Теперь можно с уверенностью сказать, что фигуры технического анализа имеют ценность для любого трейдера. Однако напоминаем, что тестировать новые индикаторы следует сначала на демо-счету и только после этого переходить на реальный счет. А правильно подобранный брокер – это основа прибыльной и надежной торговли. Найти такого брокера можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Желаем удачной торговли!